12 команд и больше трех десятков матчей, бескомпромиссная борьба и, конечно же, красивые голы. Открытый чемпионат Бобруйска по мини-футболу официально стартовал в эти выходные. Впервые в нашем городе проходят столь масштабные соревнования. Их статус весьма высок. Первенство проходит под эгидой Могилевской областной федерации. Еще больше подогревает интерес к матчам тот факт, что первые четыре команды представят город на области, а победитель на республике. Целью является, конечно, привлечение молодежи для занятия здоровым образом жизни. То есть привлекать молодежь в зал, чтобы они свою энергию, свои эмоции здесь могли, так сказать, проявить и занимались спортом и уделяли этому внимание и как бы себя могли чем-то заинтересовать полезным. Первый тур уже сыгран. Зрители увидели искрометный и красивый футбол. Уже в эти выходные пройдет тур под порядковым номером 2. Вход для любителей кожаного мяча на игры бесплатный. Придите и поддержите свою любимую команду. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.